Уважаемые акционеры «Газпрома», очень приятно, будем знакомы. Я Семен Слепаков, можно просто Семен, можно просто любой из вам удобных имен. Дмитрий, Геннадий, Акакий, Егорка. Главное, чтобы вам было комфортно. Ну что ж, перехожу непосредственно к теме. Сейчас расскажу о своей проблеме. Короче, со мной тут такое дело. Мне что-то работать вообще надоело. Я верю, вы прислушаетесь к этим словам, потому что кому их понять, как не вам? В общем, скажу вам открыто и прямо. Вчера я видел по телеку вашу рекламу, и в ней убедительно сообщается, что вместе с «Газпромом» мечты сбываются. «Газпром» выполняет свои обязательства, и вы тому яркое доказательство. По выражению ваших лиц сразу понятно, мечты сбылись. В общем, я впечатлен вашим личным примером и хотел бы стать тоже акционером. Мне не нужно каких-то космических денег. Дайте хотя бы 1%. 1%, он же ничего не значит. Какая-то мелочь девятизначная. У вас этих денег хоть жопой ешь, а у кого-то в бюджете брешь. Не хочу я быть инженером, не хочу я быть комбайнером. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Не хочу я быть землемером, не хочу я быть модельером. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Обещаю, что буду вести себя скромно, как самый обычный сотрудник «Газпрома». Не просто тупо деньгами швыряться, а осторожно, чтобы не выделяться. Куплю часы швейцарские, золотые. Ну, чтобы не выделяться, чтобы как все остальные. На них бриллиантов штук 10-15, иначе сразу начну выделяться. Еще небольшой «Мерседес» с класса, чтобы быть как «Газпромовцев» серая масса. Не «Майбах» и даже не «АМГ», а скромно, простенько, для души. Еще на Рублевке построю 3 дома. Ну, чтобы не отходить от традиций «Газпрома». Вообще, лично мне бы хватило и 2. Но что делать? Корпоративный дух. «Бентли» жене с красно-синим салоном. У вас такие охранники дарят женам. Кольцо с бриллиантом. Каратов 20. И тоже же хочется не выделяться. «Феррари» сыну. Ему же 17. Ну, чтобы в МГИМО парню не выделяться. Яхту себе 30 метров длиной, чтобы тупо смешаться с вашей толпой. По нашей скромной корпоративной традиции свой день рождения отпраздную в Ницце. Я попеть приглашу Бритни Спирс с Мадонной, чтобы не быть в компании «Белой вороны». Не хочу быть миллионером, не хочу быть миллиардером. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Не хочу быть московским мэром, президентом и даже премьером. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Дорогие любимые акционеры, прошу вас, примите скорейшие меры по зачислению меня в него, в ваше волшебное ОАО. И хотя предложение весьма неожиданно, надеюсь, рассмотрите его положительно. Ведь все-таки это наш общий газ, а мечты сбываются только у вас. Не хочу быть милиционером и даже завкожвиндиспансером. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Не хочу быть нарциссом Пьером, не хочу быть с огромным хером. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Не хочу я быть гондольером, не хочу я быть браконьером. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром». Не хочу быть наркокурьером, не хочу быть просто курьером. Я хочу быть акционером ОАО «Газпром».